В «Апатитах» вновь проводится конкурс для самых очаровательных и привлекательных мам. В этом году организаторы обещают удивить зрителей необычным выходом красавиц. На одной из репетиций побывала и наша съемочная группа. Для участниц конкурса красоты и женственности есть только одно обязательное условие – быть мамой. Организаторы хотели уйти от оценки девушек только по внешним параметрам, уделив внимание очарованию и обаянию. Пошив нарядов, сложной проходки на высоких каблуках, ежедневные репетиции – немалая нагрузка. А ведь у всех участниц есть еще семьи и работа. Что же привело занятых мам на конкурс? Ну, скорее всего, любопытство. Возможность показать себя своим родным, своей семье и вообще своим знакомым, рассказать о своей семье. Ну, возможность познакомиться с кучей новых мам. Соответственно, можно ребенку найти много новых друзей в ее возрасте. И, в принципе, ну, очень интересно. Давнейшая как бы мечта была участвовать в таком конкурсе. И вот решилась благодаря семье, поддержке. Вот, дочка будет со мной выступать. У каждой из участниц на конкурсе будет группа поддержки, их друзья и родные. Сами девушки тоже помогают друг другу и воспринимают конкурс скорее как праздник, а не как соревнование. Итак, девочки, не забываем, что в первую очередь мы кто? Мама! Мамы! Поэтому мы должны улыбаться. Сейчас с самого начала улыбочки и все делаем красиво. Давайте. В этом году девочки очень хорошие. Самое главное, что у них есть желание участвовать и показать себя. Вообще, когда девушка становится мамой, у нее появляется особенность – это очарование. И поэтому 3 декабря в 6 часов мы приглашаем всех посмотреть на наших мамочек. В конкурсе будут 4 выхода – представление, творческие номера, дефиле в вечерних платьях и общий выход с детьми.